командир? Почем ёлочка, а? 1 метр 100 рублей. 100 рублей метр? Метр 100 рублей ёлки. Покупайте ёлку, пушистую иголку. Кому? Вам ёлка? Ёлка метр 100 рублей. Держи. Ага, эту вот, да. Вот эта ёлка вам. Вам какую ёлочку? Хорошую ёлочку. Куда тяните ёлочку? Вот эта ёлочка сюда. Метр, да. Возьмите деньги. Давайте денежку. Сейчас, секундочку. Держите осторожно. Нет. Вам какую? Да мне любую давай, Миша. Любую? Ладно, хорошо. Вот. Бабушка, а ты что там делаешь, а? Сынок, тебе что, для бабушки веточку жалко? Это не веточка, это елочка. Отойди от машины. Бабушка, милый, отойди. Пожалей пенсионерку. Бабушка, это елочка, отходи от машины. Неси быстрее. Ой, ну, а ты куда елку понес? Мама, Дед Мороз настоящий? Конечно, доченька, пойди посмотри. Девочка хочет сфотографироваться с Дедом Морозом. Ой, стой, люди, девочка! Нас стой! Дурак! Он не настоящий! Машечка. Вася, окружай, карусель! Они так считают. А я тебе говорю, они должны успеть до конца года. Да-да-да. Да, конечно. Послушай, мне нужны бумаги в этом году. С подписью и мокрой печатью. Понятно? Да. Да я понимаю, что Новый год. Я понимаю. У всех Новый год. У меня тоже Новый год. И, короче, у меня билеты в Париж. И вернуться я хочу только после 15 января. Понятно? Все, давай, возражения не принимаются. С Новым годом. Все, давай, а пока. А где Лена? Не знаю. Ну, позвони ей. Алло, алло. Здравствуйте, это Ира. Да, Ирина. Леночка Игоревна. Вас здесь все давно уже заждались. Вот это хороший. Вот это очень интересная модель. Ваш мужчина деловой человек? Я скоро буду, да. Извините, я не расслышала. Да, конечно, деловой. Обратите внимание на наши зажимы для галстуков. Есть очень интересные модели. Угу. Вот такая модель. Ой, вы знаете, я вот этот возьму. Он мне понравился. Пожалуйста, упакуйте. Может быть, вы хотели бы подобрать что-нибудь для себя? Что вас интересует? Чего бы вам хотелось? Чего бы мне хотелось? Это не продается. Спасибо. Олег Владимирович, м? А вы уже загадали желание под елочку? А то я сегодня добрая фея. А Елена Игоревна уже приехала? Пока нет. Ну ты чего? Ну чего ты, Коль? Ну, не. Завтра утренний. Ну, давай. Не надо. Давай. Я не хочу. Ну давай. Не надо. Не хочу я домой. Малыш, я знаю, что ты меня сейчас слышишь.
Мне бабушка говорила, что ты всех слышишь. И можешь у меня только одно желание исполнить. Я тебя прошу, пожалуйста. Я хочу, чтобы у меня была мама. У всех ребят есть мама. Значит, у меня где-то есть. Пропуск. Спишь, что ли, там? Алло. Да, дорогая. Совсем заняться нет. Да. Да, сейчас так шефу отдал этому... Тоже? Ну, попрошу. Ну, не волнуйся, обязательно... О, подожди, я тебе перезвоню, подожди. Сейчас, сейчас я... Здрасте, Лена. Здрасте. С наступающим вас. И Анатолия Петровича, чтобы у вас у нас было все в порядке. Спасибо. Это вам. С праздником. Ой, с праздничком. Спасибо. Я слышал, вы расширяетесь. Вам охрана в офис не нужна? Мы учтем вашу кандидатуру. Хорошо бы. Тётя, осторожней, здесь скользко. А ты откуда знаешь? Я здесь каждый день сижу. Вчера одна тётя упала и лгалась вот такими мучками. А я тебя раньше не видела. Как тебя зовут? Степашка. А тебя как? А меня... Меня зовут... Снегурочка! В общем, да, да, Снегурочка. А где твой Дед Мороз? Мой Дед Мороз, он очень занят. Он дарит подарки детям. А я ему помогаю. Вот это тебе. Спасибо. Пожалуйста. Только конфеты все сразу не ешь, а то живот заболит. Да, Толь, а я уже здесь. Да не сердись сейчас. Переоденусь и приду. Не разденусь, а переоденусь. Снегурочку, как и договаривались. Ну все, сейчас буду. Давай, ага, пока, целую. Ой. Извини, я хотел с тобой поговорить. Ну, Олежек, ты нашел время для разговоров. Нет, ну заходи, я уже все. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Хочется подогнать тебе сани с оленями и увезти далеко-далеко в теплые края. Олежек, ты опять? А если я растаю по дороге, что ты будешь делать? Ты же знаешь, как я давно мечтаю, чтобы ты растаяла. Олег, я не твоя Снегурочка, я из другой сказки. Правда, мне очень жаль. А я верю, что под Новый год случаются чудеса. О, колечко! Толик... А мне покажете, а? Толик, не ерничай. Замолчи. Не смей так с ней разговаривать. Ты, щенок, что здесь будешь мне указывать, как с ней разговаривать? Это касается только Лены и меня. А я тебе что, здесь для мебели, что ли, стою? Значит так, собирай свои манатки, и чтобы через 5 минут тебя здесь не было. Толь, не надо, Лена, Толь. Пойдем со мной, я люблю тебя. Да это ты сейчас уйдешь отсюда! Прекратите, ну прекратите же вы! Ну
Наша фирма в ваших услугах больше не нуждается. Лена, он не стоит тебя. Дорогая, пойдем, мы опаздываем. Снегурочка! 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 К вам на праздничную елку мы пришли издалека. Шли вдвоем. Довольно долго, через льды, через снега. Шли все дни, не зная лени. Не сбивались мы с пути. То садились на оленей, то в маршрутное такси. Потому не опоздали. Ведь опаздывать нельзя. Потому что в этом зале ждут нас лучшие друзья. Меня все дети знают. Снегурочкой зовут. Со мной они играют, танцуют и... И поют! С кем сегодня ждали встречи? Для кого зажгли здесь свечи? Кто подарки вам принес? Старый, добрый Дед Мороз. Коллеги, работая здесь, мы каждый день вынуждены делать выбор. И те результаты, с которыми мы встречаем Новый год, говорят о том, что мы идем в правильном направлении. С Новым годом! Ну что, жрать хочешь? А я выпить. Еленочка Игоревна, Снегурочка вы наша, вы нас так поздравили. Прям вообще, вот тоже хочу чуть-чуть вам такого пожелать. Ну что вам пожелать? Ведь у вас же все есть. Квартира, машина, мужчина какой. Очень повезло вам, ну что сказать. А пожелаю вам, знаете чего? Такого красивенького маленького ребеночка. Спасибо, мы с Леной деловые люди. У нас все по плану. Позвольте похитить даму. Да, конечно, пожалуйста. Что вы сегодня
Хорошая собачка, хорошая. Немного шоколад нельзя, так Снегурочка сказала. Хорошая собачка, хорошая. Ты что не спишь? А? А знаешь, я практически не ревную. У тебя же с Олегом ничего не было. А почему ты так уверен? Я тебя знаю. Ты не такая. Я тебя забыла поблагодарить за машину. Вчера был очень суматошный день. Это было очаровательно. Знаешь, я сегодня, то есть вчера, около офиса встретила мальчика лет 5. Зовут его Степашка, как зайчика, представляешь? Он назвал меня Снегурочкой. Нет, я не понимаю, как можно жить на улице? Интересно, у него есть дом, родители? Лен, ну о чем ты думаешь, а? Все-таки ты ненормальный. Увидела какого-то бродяжку на улице, и вот не спишь, чего ты думаешь, переживаешь. Но он же жил где-то вчера. И сегодня где-то будет жить, и завтра, и послезавтра. Может, ты и прав. Лена, иди ко мне, а? Что? Послушай, у меня же для тебя подарок. Подожди. Подарок. А? Вау! Иди ко мне, а? Ну, перестань. Да, мамулька, да, конечно, да. Да, конечно, позавтракал. Мам, ну как чем? Ну, чем-нибудь позавтракал. Да, кофе без кофеина. Нет, мама, я не курил. Я не курил. Ты же хотел, чтобы я бросил курить, и... я бросил курить, и поэтому не курил. Я где? Ну как где, мам? Я у себя дома, да. Вот, мамуль, я буду у тебя через 20 минут. Все. Все, я буду. Все, пока. Я не понимаю, как взрослый мужчина, руководитель компании, может скрывать от своей матери, что у него есть женщина, что он иногда ночует у нее и, в принципе, собирается на ней жениться. Я ничего не скрываю. Просто ей не нужно знать про тебя. Ну, в смысле, пока, Лена. Мы же с тобой обо всем договорились. Мы вернемся из Парижа, поедем к маме, я тебя с ней познакомлю, ты понравишься. А если не понравлюсь? Ну как же не понравишься? Ты же такая умная, красивая женщина. А ты куда собираешься? Ну как куда? Я же тебе говорил. Отправлять маму в санаторий на 2 недели. Именно сегодня моя мама решила, что я должен отвезти ее в санаторий. Потом я поеду на работу и... Лена, в Париже все обсудим. Ладно, тогда я съезжу к Маринке, мне голову нужно в порядок привести. А что ты ездишь к этой Маринке? Разве нельзя найти себе мастера посолидней? Ну как, она моя подруга, я к ней всегда ходила, я привыкла. Подруги святое. Просто ты моя жена, будущее. И у тебя должно быть все самое лучшее. Ой, здрасте. Маринка, привет. Ой, Ленка, привет. Подожди, сейчас клиентку перекину. Я тебе тут вещичек принесла.
Если не тебе, тогда дочке, ладно? Перед Новым годом просто завал. Все хотят красавицами стать. Даже моя соседка притащилась. Ей 100 лет в обед, а она туда же. Проходи. Садись. Давай. Спасибо. Что с головой делаем? Как обычно? А вчера Светка из Италии приехала. Заходила. Блузочку принесла. Бежевую, фирменную, на завязочках. Ну, мне мала, Юльке велика, но ничего. Ушьем. А подожди, в каком она у тебя классе? В 6-м. Девке 13 лет, а за ней уже мальчишки бегают. Один, второй месяц в гости ходит. Конфеты носит. Говорит, женщина очень любит сладкое, Марина Сергеевна. Так что можете и вы съесть конфетку. Нет, ты представляешь, меня карапуз конфеткой угощает. А Никитке уже 8? Да. Только во второй класс пошел, а уже учиться не хочет. А болтус? Ну. Ну, а как твой Анатолий Сидорович? Петрович. Один хрен. Ну вот. Готова? Я убью вас. Убью вас обоих. Где она? Другая, кто? Я тебе сказала, уйди. Да. Я тебя последний раз спрашиваю, где она? Где? А что ты ищешь, дорогая любимая? Эй, мой дорогой. Добрый вечер. Где она? Я тебя спрашиваю, где она? Отвечай мне. Ну. А кто? Я просто пришел покушать, перекусить. Просто пришел перекусить? А это что, милый? Это что? Ты взгляни. Ты только взгляни на свою рубашку. Это что? Это что такое? Красного цвета краска? Да, красного. А эта краска тоже красного цвета, а? Ой, какой ужас, где ты испачкался? Дорогой, это губная помада, я тебе подскажу. Ой. А это что? Ты даже стол накрыл, это виноград, да? Беленький, там и черненький еще. Наверное, очень вкусный беленький виноград. А вот еще и черненький виноград. А здесь кто у нас? Здесь нет никого, здесь быть никого не может. Никого, да? Нет, да? А нет. Где может быть? Я тебя спрашиваю, где может быть? А может быть здесь? Нет, нету, нету. И здесь нету. Нету, да. Что? Нет. Стой! Я запрещаю тебе туда ходить. Я сказала да. Я сказала уйди. На балконе никого нет. На балконе холодно. Ты простудишься. Лена, забери меня отсюда. Где? Где? Тут? Ой, Каринка, опять ты чудишь? Еду. Быстрее! Этого осталось так недолго. Пусти меня! Отойди в сторону! Нету. Ну, а я что тебе говорил? Что с женщиной никогда, только с тобой. Котик. Прошу. Миленький. Арам, Арамчик. Арам, вот тебе и Арам. Прости, понимаешь? Прости. Для тебя прости. Постель расстелил. Миленький. Все для тебя, котик, стол накрыл, для тебя, шампанское налил, тоже для тебя, котик, понимаешь ли? Миленький, а ты неблагодарная! Прости, котик, я дура, котик, дура. Миленький, умоляю, ну прости, котик! Котик для меня! Че смотришь? Снегурочек, что ли, не видел? Как я выгляжу? Отлично. Да ладно. Так, слушай, я же там все забыла. Косметичку, все. Дай мне что-нибудь, а? Боже мой, да вот здесь, возьми косметичка. Спасибо, подруга. Так. Ой, господи. Представляешь, жена пришла. Чья жена? Ну, не моя же. Так, все. С женатиками я завязываю. Нет, ну правда, все. Клевая тачка, подруга. А это он? Слушай, ну бывают же мужики, а? Где бы мне найти такой рассадник, а? Я там с удовольствием порыбачила. У меня вечно, боже мой,
Даже если духи подарят, то такие, что неделю не выветриваются. А вспоминать про это будут целых 2 года. Господи, перевелись мужики, перевелись. Нет мужика негде взять. А этот хороший, да? Начальник. Хорошее положение. Нет, ты молодец, молодец. Вот такие, как ты, они правильно сидят, сидят, сидят и высиживают. Угу. Че, предложение сделал? Да? Слушай, ну какая ты молодец! А? Я бы с таким мужиком сразу укатила в Париж. Вы че, в Париж на Новый год едете? Я тоже хочу в Париж. Слушай, у него там друга нет никакого, а? Нет, ну я так просто спросила. Ой, привет. Привет. Как конфеты, понравились? Да. А это твоя машина? Нравится? Да. А это твоя собака? Ага, она хорошая. А как ее зовут? Собака. Снегурочка, оплавчет, малыш, может, все-все-все желания исполнить. Правда? Все-все-все. Ты можешь Деда Мороза попросить, чтобы он мне подарил маму? А ты с кем сейчас живешь? Ни с кем. Я с бабушкой жил, но она умерла. А как ты здесь оказался? Здесь мне деньги дают. А мама? Ей ты пенсия уже не нужен. Елена Игоревна, факс можно отправлять? Что? А, да. Скажите бухгалтеру, что документы я не буду смотреть, думаю, что там все в порядке. Ну, хорошо. Алло? Алло, мамочка? Да, я. Как дела? Как здоровье? Нет, ничего не случилось, все в порядке, нет. Как ты? Нормально, но я тебе как-нибудь расскажу все потом. Да отдыхаю. Мама. Мамочка, я очень по тебе соскучилась. Нет, приехать пока не получается никак. Да. Обязательно перезвоню. Да. Все, целую. Целую крепко. Пока. Ой, Ленка, у меня вчера такая трагедия произошла. В меня влюбился какой-то шизик. Он ходит за мной повсюду просто.
Соляриевичу. Там, сям, кошмар. Вчера. Ну, прихожу я домой с молодым человеком, а этот стоит возле моих дверей. Не подпрезаешь? Ждет. И так нагло-нагло говорит. Это кто? Я офигела. Нет, ничего понять не могу. Ну, ты прикидываешь? Я стою как дура. Ничего не могу сказать ни тому, ни другому. Эти мужики, это какие-то странные существа. Ты меня не слушаешь? Поехали, зеленый. Это какие-то странные существа. Ну, знаешь, как инопланетяне. Лен, как у тебя дела с Анатолием? Нет, ну, все хорошо? Скажи, все хорошо? А ты чего спрашиваешь-то? Так, ты что-то от меня скрываешь. У тебя кто-то появился? Нет, ну, не расскажи, я никому не скажу. Был там юрист один на работе. Да ты что? На работе? А почему был? Потому что Толя его уволил. Да ты что? Нет, ну Толик тоже не промах, молодец. Сразу уволил. Молодец вообще. Ну, правильно, не терпит конкурентов. Зачем? Я тебе так скажу, подруга. Это ты еще просто сухой из воды вышла. Я хочу усыновить ребенка. Что? Я хочу усыновить ребенка. Ну ты что, рехнулась, что ли? Ты знаешь, что я не могу иметь детей! А Толик знает? Нет, не знает. Подруга, так не пойдет. Ты хочешь усыновить ребенка и ему ничего не сказать? Ну нет, конечно. Я обязательно ему все расскажу. Угу. И когда ты ему расскажешь? Завтра. Здравствуйте, Пашка. Привет, ты говорил же с Дедом Морозом? Да, я все ему рассказала. Он ищет, но пока у него не очень хорошо получается. Ты же знал, что ничего не получится. Мне большие ребята говорили, что Деда Мороза нет. А Снегурочки есть? Ты есть.
Степаша, Дед Мороз просил тебе передать, чтобы ты пока пожил у меня. Ты хочешь жить у меня? Степочка. Степочка, ты, пожалуйста, постой здесь, только никуда не уходи, ладно? Я вот сейчас на работу, на одну минуточку, и вернусь к тебе, мы поедем к нам домой. Хорошо? Только ты никуда не уходи, я тебя очень прошу, ладно? Все, я сейчас, секундочку. Одну секунду, жди меня, слышишь? Никуда, Степ, понял? Я сейчас. Александр Иванович, вы еще рассчитываете на повышение? А почему вас тогда на территории посторонние, а? Да? И чтобы я его здесь больше не видел. Вы опоздали, Елена Игоревна. Толя, ты помнишь, я тебе рассказывала про мальчика Степу? Он жил с бабушкой, бабушка умерла, а матери он совсем не нужен. Ты помнишь, я тебе рассказывала? А почему я все это должен знать? И главное, зачем ты мне всем этим забиваешь голову? Мы могли бы его усыновить. Усыновить? Да. Ты что, с ума сошла? Лен, ты взрослый человек и прекрасно понимаешь, что этого делать нельзя. Толя, ты просто не понимаешь, как мне это важно. Лена, я против, понимаешь? Все, что я заработал, я хочу оставить своим детям, понимаешь, своим. Зачем тебе Степашка? Мы же с тобой скоро поженимся, у нас будут свои дети. Но мы же не бедные люди, мы могли бы... Лена, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Я понимаю. Нет, ты не понимаешь. Ты представляешь, какая у него наследственность, а? Взять ребенка с улицы. Да этих детей уже не вернуть. Они навсегда потеряны для общества. И главное, они никогда не будут такими, как мы. Толя. Никогда. Толик, ты что? Все. Все я сказал. Лена, стой. Стой, не будь дурой. Ты что? О, Господи. Пойдем. Пойдем, люди смотрят. Мне твой голос по телефону совсем не понравился. Рассказывай, что у тебя? Он пропал. Кто? Степа. А, это мальчик, которого ты хочешь усыновить? Господи, какая я дура. Я предложила ему пожить у меня. Поднялась в офис, идиотка, а вернулась, а его уже нет. Карина, он очень маленький. Он на улице совсем недавно. И любой может обидеть. Он жил раньше с бабушкой. Бабушка умерла, теперь он живет с матерью, которая пьет. Стоп, подожди. Ты что, хочешь усыновить мальчика, который живет с матерью? Да ну с какой матерью? С какой матерью? Она алкоголичка. Она о нем даже не вспоминает. Он живет с какими-то ребятами в каких-то трубах. Но если тебе очень хочется, можно усыновить ребенка из детского дома? Да нет, Карина. Я не хочу брать другого, понимаешь? Степашка, он мой. Он во всем похож на меня, понимаешь? Такие же глаза, такие же руки, голос. Когда он до меня дотронулся,
Меня будто бы током пронзило. Я такого никогда в жизни не испытывала. Не понимаю, но верю. А как у тебя с Анатолием? Ты ему сказала? Говорила. Ну? Сказала, что он против. Потому что все, что у него есть, он хочет оставить своим детям. Нет, он, конечно, прав, с одной стороны. Но с другой, с его деньгами, можно воспитать и Степашку, и еще одного Степашку. Слушай, а ты скажи ему, что ты не можешь иметь своих детей. Он не дурак, поймет. Ты думаешь, он поймет? Конечно, поймет. Ирочка, сейчас, да. Черт, не расстегнется. Сейчас. Что будем делать? Да, вот так. Такое, да? Ой, Ирочка, я и не знал, что... Петрович! Да. Не останавливайте меня. У тебя большое будущее, Ирочка. Никаких комплексов и сомнений. Попка, ножки, смазливое личико. Одного тебе только не хватает. Чего? Большой красной тачки. Дарю. Лена! Лен, нам надо поговорить. Анатолий Петрович, идите домой. Лен, ты все не так поняла и, наверное, не о том подумала. Ну, прости меня, прости. Мне было плохо, одиноко и... Ну, хочешь, я ее уволю? Не понравилось? Ну зачем ты так? А? У всех людей праздник. На меня работа навалилась. Лен, ну я виноват. Конечно, да. Я признаю. Но и ты тоже должна меня понять. Лена. Леночка. Открой. Открой, я сказал. Открой, я сейчас весь дом разбужу. Открой дверь. Анатолий Петрович, идите домой. И больше не приходите. Я у вас теперь
не работаю. Вы кто? Миша, а вы? А я Карина. Дверку чините, да? Угу. Смотрите, не перевозбудитесь. Лена! Заходи. Подруга, а что происходит? Я звоню, ты трубку не берешь, а? Какой-то мужик незнакомый в доме. С утра звонила Анатолию, он какой-то ерунды мне наговорил. Вы поругались, что ли? Мы с ним просто разошлись. Из-за ребенка, да? Я застала его с другой. Как? И ты так спокойно об этом говоришь? Да ты что? Я бы просто вцепилась ей в рожу и расцарапала бы, еще бы поставила по одному фингалу, под один и под другой глаз. А я ей отдала ключи от машины. Лен, ты что, дура? Ключи от машины? Ну и кто эта стерва? Все очень банально, это его секретарша. Секретарша? Лен, ну какая же это соперница, а? Секретарша. Это же входит в ее служебные обязанности. Прямо в договоре написано. Обслуживать шефа. Зачем ты ключи от машины отдала? Все, девочки, я закончил. И ухожу. О, типичный представитель Кобелину. 2 метра красоты. Все они одинаковые, абсолютно. Закончил и уходит. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Так к этому нужно просто привыкнуть, Лен. Это нормально. Мужик есть мужик. А секретарша? Это же ерунда. Ну и как ты теперь будешь на работу ходить? Здрасте, здрасте, как здоровье? Как поживает моя машина? Я больше там не работаю, я ушла. Ты что, с ума сошла? Как ты теперь жить собираешься? Ну, как-нибудь буду. Так, красимся. Одеваемся красиво и идем. Куда? Я плохого не посоветую. Ты же меня знаешь. В том-то и дело, что я тебя знаю. Спасибо. Ты уверена, что мне все это нужно? Нужно уметь отдыхать, так что расслабляйся и получай удовольствие. Аран сказал, что он придет с каким-то интересным молодым мужчиной. А если Аран сказал, то значит он сделает. О, боже, лучше бы он привел Деда Мороза. Зря мы с тобой 2 часа красились. Бойся, идем. Привет! Здрасте! О-о-о. Девочки-красавицы! Вы посмотрите, кого я вам привел. Посмотрите, тигр. О-о-о. Это, знаете кто? Это самый главный ботаник этого города. Простите, зоолог. А имя у нашего ботаника-зоолога есть? Есть. Представляю, друг детства, мой одноклассник. Анатолий! Простите, Аркадий? А я что сказал? А ты сказал Анатолий? Ты целую. А это Лена.
Очень приятно, Лена. Арам, всех женщин в обиду не дам. Лена, море по колено. Не понял. Ничего. Ясно. Леночка, а вам говорили, что вы очень красивая. И это очень хорошо. Да, что хорошего? Ну, знаете, если есть интерес, значит, будет прогресс. Смотря в чем. Аркадий! Да. А вы пишете про морских свинок, да? Женщина, ну что вы такое говорите? Про каких морских свинок? Посмотри на него внимательно. Он изучает крокодилов. Вот этих вот, да? Ты смотрела фильм «Данди крокодил»? Да. Вот. Простите, не крокодилов, а змей. Змей? Ну ведь они такие противные. Такие склизкие. Они очень милые. Некоторые даже любят меня. Змей! Ну, я же говорил, что слабовольным людям рядом со змеями места нет. А ну-ка расскажи, как тебя змея чуть не сожрала. Как? Насмерть. Не совсем насмерть и не совсем змея. Это уж был, ужик. Простите, что вы сейчас сказали? Что ты сказал-то? Уж. Уж? Ужик. Змейка такая маленькая, с желтыми пятнышками на голове. Ее еще погладить можно. Я вспомнила, его фамилия Уж. Чья? Ну, Степашкина фамилия Уж. А. Угу. Арам, можно мне с вами поговорить? Аркадий, идемте потанцуем. Идемте. Можно вас попросить? Конечно. Конечно, все что угодно. Мне Карина говорила, что вы работаете в прокуратуре. Да? Кто-то обидел? Ой, мы сейчас быстро устроим ему явку с повинной, добровольную. Нет. Мне нужно найти мальчика без призорника. Степашку по фамилии Уж. Найти прямо сейчас? Прямо сейчас. Хорошо, сделаем. Арам сказал, значит, сделал. Алло, это Арам. Какой Арам? Арам, всех женщин в обиду не дам. Значит так, мне нужно срочно узнать адреса всех абсолютно людей по фамилии... Как его фамилия? Уж. Уж. Ну да, такая змея, такая с желтеньким пятнышком погладить хочется. Все, есть. На связи. Давай. Ну все. Завтра у вас будет список этих самых ужей. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Обращайтесь. Привет. Вот. Список всех ужей города. Ну, что ты будешь делать с этим террариумом? Ну как, поеду по адресам. Угу. Их там 26 штук. Там и уж, и ужик, и ус. Спасибо огромное. Так, на. Найдешь ты мальчика, да? А вдруг он живет с мамой, у него все хорошо. Что тогда делать будешь? Ну, тогда я успокоюсь. Thank you.
вообще никто не занимается. Ну да, да. Ай, да никому мы. Извините, сейчас... пожалуйста, вы не подскажете, кто живет в 17-й квартире? Галя, а вам зачем? Я из комиссии по делам несовершеннолетних. А, это насчет ее парнишки, что ли? Так он уж не живет здесь. Его Галина мать взяла. Вот Галя как запила, так и Петровна, бабушка-то его, и взяла к себе. Чего ты говоришь-то, Клав? Чего ты говоришь? Петровна-то умерла. Как умерла? Да. Сердце. Спасибо. С такой-то дочерью. Я не слышала. Ну, кто там? Уж Галина Аполлинарьевна? Здравствуйте. Да. Че надо? Я по поводу вашего сына. Заходи. Галя, выпей, дай! Гориша! Только не ругай меня, пожалуйста. Иди сюда. Зума. Ну, че натворил-то? Кто? Ну, пацан мой. А, он ничего не натворил. Я хотела бы узнать у вас, где он сейчас находится. А ты кто? Галя! Выпитай! Гориша! Не знаю. Его давно нет. А когда он был последний раз дома? Слушай, давай выпьем. У меня ведь мамка умерла. Галя! Давай мамку мою помянем. Мамочка моя! Где ваш сын? Гриша! Гришенька! Галина Полинаревна, вы хотя бы представляете, где он может быть? Помянем. Галина Полинаревна! Давай мамочку помянем. Опа, у нас дома, а я в неглиже. Галя, это твоя подружка. Гриша, я ее не знаю. Галина Полинаревна, мне нужно срочно найти вашего сына. Мадам... Мы тебя не знаем, прошу. Прошу. До свидания. Если вдруг появится, пожалуйста, перезвоните. Гриша! Дверь закрой. Кто там? Здравствуйте! Здравствуйте! Это я!
Помните, поговорю хочу. Что вам нужно? Ну, я по поводу пацана. Я знаю, где он. Может, обсудим это? Да нет, уж лучше я к вам выйду. Подождите меня чуть-чуть и где-нибудь посидим, поговорим. Хорошо, я тут подожду. Садитесь. Спасибо. Спасибо. Садитесь, садитесь. Добрый день. Здравствуйте. Здесь. Что будем заказывать? Могу предложить вам наши фирменные блюда. Киджири из рыбы, овощное джалфизи и барашек по-пенджабски. А можно что-нибудь горячительное? Чаю? Не-не-не, покрепче. Алкоголя? Ага. Мне ладно. Кофе. Угу. Ну? Так что вы хотите? Я знаю, где пацан. Ну, вы сами понимаете, сейчас все так дорого. Вы сколько хотите? Ну, дело такое. А давай так, я привожу пацана, а ты мне платишь. Ваш алкоголь. Ты что принес, а? Но вы же сами просили. Горючего. Все-таки вы сколько хотите? А слушай, ты куда-нибудь торопишься? Не спешишь? Давай посидим, пообщаемся. Тебя как зовут? Меня Гриша, можно Григорий. Как удобнее. Хорошо, Григорий. Сколько вы хотите? Я не уступлю. Без дачи. Ты посиди, никуда не уходи, хорошо? Я пацана сейчас приведу. Сейчас. Сейчас. Ну, малыш, я не знаю, где-то в трубах живет. Стой! У меня каблуки проваливаются. Лен, ну не беги так. Да подожди меня, пожалуйста, Лен, ну я не успеваю. Я тебе предлагала остаться. Встречала бы Новый год со своим Аркадием. А я и буду встречать с Аркадием. Мы с ним договорились, что в 11:00 он будет у меня. Слушай, ну постой, подожди. Ну а вдруг, может быть, этот мужик, он где набрал, понимаешь? Ну а вдруг вообще? Мы не туда идем и... Ну, мало ли в городе мест, где... О, кажется, это он. Кто? Да вход в трубы. Стой! Подожди, стой! Что?
Сама подумай, что скажут люди, а? Две приличные девушки ищут себе приключений, лазят по каким-то бомжатникам, а? Пусти! Да подожди ты! А вдруг их там много, а? Нас же с тобой только двое. Не, я боюсь, если честно, правда, а? Ой, так. Нет, стой! Ну что? Давай мы лучше их сюда выманим к нам, а? Эй! Эй! Кто-нибудь? Вы там? Выходите! Вот видишь? Ну ведь никто не отвечает. Значит, там никого нет. Так, я туда, а ты жди меня здесь. Ладно? Угу. Нет. Я здесь одна не останусь. Тихо, осторожно. А я со своей расстался. А почему так? Она не умеет готовить. Во дела! Здесь твоего точно нет. А все женщины одинаковы. У меня ведь точно такая же была. Я ее мог! Пойдем отсюда. Ой, я не могу на шпильках. Ты же не предназначена для этого. А вы умеете готовить? Я же тебе говорила. Я же предупреждала, что мы обязательно попадем в какую-нибудь дрянь. Ну я же тебе говорила. Никто в этом мире не умеет готовить. Я тебе говорила, что в подвале, кроме приключений, мы с тобой ничего не найдем. Я так надеялась его найти. Да найдем мы его, обязательно найдем. Девушка, можно с вами познакомиться? Я, конечно, очень извиняюсь. Да, я сегодня пользуюсь огромной популярностью. Мотай отсюда, кобель. Ну ладно. Собака. Я и говорю, кобель. Нет, это его собака. Ребята, а это ваша собака, а? Ты кто, тётка? Да нет, ты меня не бойся, я просто хотела спросить. А чего ты взяла, что я тебя боюсь? Ты что, крутая? Вы знаете такого Стёпу? Он сидел около бизнес-центра, маленький такой, он сейчас пропал, и собака была с ним. А если знаем, то что? Тебе-то он зачем? Где он, скажите, а? Мы тебе не скажем. Где он, скажите мне? Пусти! Не обращайте на них внимания. Они клеем нанюхались, а теперь грубят. А Степашку задавила машина. Как машина? Прямо здесь, красная иномарка. Я сама видела. Он сам был виноват. Кидался на красной иномарке, Снегурочку какую-то ждал. Хочешь выпить?
Да, Лен. Вас не слышно! Вас не слышно, перезвоните! Вас не слышно! Милый, я так давно мечтал побывать в Париже. Ну, это понятно. Здравствуйте. Добрый вечер. Проходите. А, да, Новый год. Раздевайтесь. Здравствуй. Садитесь. Хотите кофе? Да, спасибо. Угу. Лена не полетела в Париж? Зачем ей Париж? У нас с ней сегодня был очень тяжелый день. Я его запомню надолго. Я могу чем-то помочь? Я вижу, она очень расстроена. Понимаете, она познакомилась с мальчиком. Угу. Маленьким, угу. Беспризорником. И хотела его взять к себе домой жить. Угу. А потом мальчик исчез. Угу. И ей рассказали, что он попал под машину. И погиб. Его надо найти. Ну, чтобы похоронить. Да, зовут Степан. Степан. Да, возраст 5-6 лет. Попал под красную иномарку. Дня 3-2 назад. Алло. Он его нашел. А у меня такое чувство, словно я уже это где-то видела. Только где, не могу вспомнить. Этот снег, тебя, то, что мы едем к Степашке. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Никогда не думала, что кто-то ради меня будет способен сделать вот так много. Мне кажется, что ты таешь. Thank you.
Здравствуйте. 29 декабря к вам поступил мальчик после ДТП. Степа Уш. Степа Уш. Ну, 17-й там. Постойте, постойте. Вы куда? А что с ним, а? Да уже ничего. Вы знаете, в рубашке родился мальчик. Еще бы чуть-чуть и... Одно странно. Все как-то больно маму зовут. А он с ней дурочку какую-то. Я узнавала, мать у него алкоголичка, лишена родительских прав. Мальчонку в детдом, жалко. А вы, собственно, кто? А я есть та самая Снегурочка. И я собираюсь его усыновить. Вы серьезно? Абсолютно. Здесь он. Проходите. Снегурочка. Да. Вот видишь, я тебя нашла. Снегурочка, ты больше не уйдешь? Нет. Нет, я никуда не уйду. Я пришла за тобой. И мы вместе поедем домой. Ты и я. Снегурочка, не ходи больше никогда. Не ближай ни одного. Пожалуйста. Я тебя никогда не брошу. Сыночек мой. Мамочка, не плачь. Мамочка, не плачь. Это наш Дед Мороз. Кстати, с Новым годом. Если вы мне сейчас же не нальете шампанского, вам придется меня лечить. С удовольствием. Thank you.